Ну это понятно, к тому же наши дети, да? Может, пап? Так вот, мне повезло. У меня есть пару талантливых, знаменитых, я бы сказала, учениц, окей? И сейчас на эту сцену я приглашаю маму двоих детей, обладательницу титул «Миссис Майами» Илону Нестерову под ваши полные аплодисменты. Иди, красавица моя, пока микрофон не забери. Батарейку можно, пожалуйста? Вот на красавице и закончился микрофон. Хочешь поговорить? Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начали этот путь как раз с того, что привели свою дочку петь к маме Свете. А мама подумала, а почему бы только дочку может и маму спеть? Поэтому я честно прихожу на занятия. Не всегда делаю домашние задания, но я честно отрабатываю прямо на уроке. И талант этого преподавателя в том, что она за один класс может тебя от одной октавы на следующую октаву передвинуть. И мы занимаемся несколько месяцев, за эти несколько месяцев я увидела, как вырос мой потенциал и голос. Раз-раз. Спасибо, дорогая. Вот видите, как я допустилась на комплименты, пока меняла батарейку. Меняемся. Уж не дадут батарейку. Дамы и господа, Илона Нестерова и ваши аплодисменты. Илона
цветы от дочки. Видите, у нас сегодня все наоборот. У нас дети поздравляют маму. Я должна тебе сказать, моя дорогая, я тобой горжусь. Вы знаете, мамы, они у нас бывают очень занятыми, и детей надо отвезти и на плавание, и на шахматы, и к Свете привезти. А Илона очень стабильный студент. Раз в неделю, по средам, она у меня на уроке, поэтому такой замечательный результат. Любимая, я тебя поздравляю. И разреши тебе вручить грамоту Singing Mom Superstar. Спасибо. Люблю тебя. Жду твоих детей на сцене.